До нашої студії сьогодні завітали Вероніка Гаврилюк, провідний методист Миколаївського обласного центру народної творчості, куратор проєкту «Артмікс-2017» та Тетяна Орлова, член журі фестивалю «Артмікс-2017», викладач Миколаївського вищого музичного училища. Вітаємо вас у нашій студії. Сашко, тобі як чоловіку передаю перше слово і перше питання до наших гостей. Скажіть, будь ласка, а що таке цей «Артмікс»? «Артмікс» – це дитячий фестиваль, яркий взрив емоцій. 3 июня, в эту субботу, в ДК «Молодежном» будет проходить этот фестиваль. В нем будут принимать участие самые талантливые дети нашей Николаевской области. По 3 номинациям. Это вокальное, декоративно-прикладное и театральная номинация. В вокальной номинации будут солисты, ансамбли, малые формы ансамблев, это дуэты, трио. Помимо этого будут по декоративно-прикладному участники возрастом от 8 до 14 лет, которые будут представлять творческую экспозицию своих работ и показывать мастер-класс по изготовлению какой-нибудь работы на определенную тему. Тема в этот раз «Дерево жизни». И у нас есть театралы, наши артистичные. Они будут показывать свои выступления в юмористическом направлении. То есть это яркое событие нашего Николаева, яркий фестиваль, яркие впечатления. Що ж, я думаю, що дійсно буде весело, особливо цікаво це буде таким дітям, як ти, завітати, подивитися на талановитих миколаївців. А ось ваші учасники, вони проходили якийсь спеціальний відбір? Да, на протяжении этого года, 2017, проходили отборочные туры с февраля месяца по области Николаевской. Выбрали 5 самых основных городов, которые съезжались в ближайшие районы и проводились отборочные туры по вокальному и декоративно-прикладному искусству. Приняло участие очень много детей, около 600. Из них 100 самых лучших будут принимать участие в финальном туре 3 числа в эту субботу. А чи багато організаторів цього фестивалю, тому що фестиваль масштабний і, наскільки я розумію, має працювати велика команда? Да, работает над этим проектом очень большая команда. Соорганизаторы наши – это Дворец культуры молодежный, который любезно предоставил нам и зал, в котором будут работать вокалисты, и холл, в котором будет декоративно-прикладное искусство показывать свои таланты, и малый зал для театрального. Помимо конкурсной программы, также будет проходить гала-концерт на площади перед ДК «Молодежным». Стоит огромная сцена, будет фестивальная площадь, будет проходить яркий фестиваль с аттракционами для детей, с аниматорами, с живыми скульптурами, мимами и тому подобное. То есть будет это яркое-яркое действие. Огромное спасибо ДК «Молодежным» за то, что нам помогает. Также хотелось бы сказать спасибо депутату областного совета Александру Каражею. Он выделил особый приз для наших участников. Это денежные сертификаты, то есть самые лучшие будут отмечены. Тобто навіть призы будут отримувати учасники. Сашко, мені вже самі захотілося стати учасником цього фестивалю, а тобі? Ну, да. Я тепер хотіла б запитати, як готуються ваші учасники, тому що ArtMix фестиваль, фестиваль – це високий рівень. Які, можливо, у них будуть роботи і у якій тематиці вони будуть себе представляти? Ну, це в залежності від номінації. Как я говорила, театральная номинация представлена юмористическим жанром, декоративно-прикладная – это их работа, они сами будут их изготовлять на тему «Дерево жизни». Но по вокальному, я думаю, лучше Татьяне Сергеевне рассказать про эту номинацию немножечко. Да, номинация очень интересная для меня, как для преподавателя вокала. Я на этот конкурс приглашена в качестве члена жюри. Жду не дождусь, когда я уже услышу этих юных дарований. Вот я очень ценю то, что родители вот так развивают своих детей, вкладывают в их развитие творческое, отправляют их на такие хорошие конкурсы, потому что каждый из этих детей, он может быть в будущем студентом нашего музыкального училища. И, конечно, критерии, по которым мы будем оценивать, это прежде всего харизма, артистизм, ну и, конечно, голосовые данные. Я думаю, все детки сейчас готовятся, наверное, никто не ест мороженое, распиваются. Вот, и я думаю, что мы услышим очень много хороших голосов и очень много талантливых детей. Наступное питание має наш Сашко до наших гостей. Пропоную звернутись. А где и когда будет происходить этот арт-фестиваль? Фестиваль «Артмікс» будет проходить 3 июня в эту субботу в ДК «Молодежном». С 10 часов начала начинается конкурсная программа, как я говорила, на трех площадках. Это зал, большой зал, малый зал и холл.
ДК молодежного, будет проходить конкурсная программа до 2 часов. С 3 часов гала-концерт награждения на площади перед ДК молодежным. Также там будет яркий фестиваль с аттракционами, как я уже говорила. Будет очень много сюрпризов, подарков для всех наших участников ArtMix и также для гостей. Поэтому я думаю, это будет очень интересно. Всех приглашаем. Приходите, посмотрите, насладитесь вместе с нами талантами наших детей. А чи можна ще встигнути забронювати квиточки на цю подію, на цей фестиваль? Вход на наш фестиваль абсолютно свободный. То есть каждый, кто пожелает, может прийти, посмотреть и насладиться всем, что будет происходить. Поддержать. Сашко, точно йдемо на фестиваль, може і нам якийсь приз перепаде. А ось до членів журі в мене особливе питання, тому що хотілося б дізнатися про весь склад журі, про ваших колег, хто буде оцінювати учасників. І також ви сказали, що ви чекаєте від маленьких глядачів. А ось яким журі ви будете? Таким суровим чи, можливо, такою доброю-доброю? Я, наверное, буду доброй. Дело в том, что любое, вот даже самое маленькое стремление, самое маленькое желание и маленькую мечту ребенка нужно поддержать всегда, мне кажется. Уже хорошо, что дети тянутся к искусству, это уже хорошо. И я думаю, что жюрить мы будем, конечно, по-честному, но не очень строго. Да, у нас жюри очень современное. В жюри, кроме Татьяны Сергеевны, будет также Тихонова, будет Казакова Александра, и главой жюри является Столярова Лариса Викторовна, это директор 5-й музыкальной школы. То есть все очень расположены хорошо к детям, все их очень-очень любят, поэтому им бояться абсолютно нечего. Справжнее женщины жюри. Да, абсолютно женское жюри у нас. А как вы оцениваете участников? Участники у нас саму систему, да? Так, саму систему я буду оцениваться. Участники будут оцениваться по, как говорила Татьяна Сергеевна, по харизме, по артистичности, по подаче их номера, по ихнему таланту. Ведь самое главное в каждом ребенке – это его индивидуальность. Мы хотим это подчеркнуть и развивать, и помочь им дальше двигаться в направлении ихнего творчества. Що ж, я думаю, що варто завітати на ваш фестиваль. Ми з Сашком точно будемо вашими гостями. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Усім учасникам бажаємо натхнення, творчих сил. Бажаємо вам дійсно незабутніх номерів від учасників, справжніх оплесків і підтримки від гостей вашого фестивалю. Нашим телеглядачам нагадую, що до студії Нового дня завітала Вероніка Гаврилюк, провідний методист Миколаївського обласного центру народної творчості, куратор проєкту ArtMix 2017, та Тетяна Орлова, член журі фестивалю ArtMix 2017, викладач Миколаївського вищого музичного училища.